За последние сутки Тверь по-настоящему накрылась снежной шапкой, напомнив тверичанам, что Новый год не за горами. В нынешнем году регионы сокращают расходы на запланированные ранее мероприятия и не закупают новые украшения, а часть субъектов и вовсе планируют провести на новогодних площадках сбор благотворительных средств для мобилизованных. О том, какое решение будет принято властями Твери, пока неизвестно. А вот как планируют отпраздновать зимние каникулы тверичане, мы спросили у них самих. Как вы будете отмечать Новый год? Допустим, дома, либо где-то гулять? С родителями поеду в Санкт-Петербург к родственникам. Замечательно. А сколько вы планируете потратиться там? Ой, я не знаю. Что заработаю, то и потрачу. А есть какой-то ценовой диапазон от 30 тысяч или до? Честно, не знаю. Я просто хочу побыть на самой главной елке в Санкт-Петербурге. Это вот... Я каждый год туда езжу. Конечно, дома, в кругу семьи. Я уже пенсионер, только со своими детьми и близкими. С семьей, как обычно. Дома. Дома. Отмечать я буду всегда в кругу семьи. Это для нас очень важно. А по поводу подарков, у нас как-то не принято в семье дарить подарки. Но что-то, наверное, все-таки подарю. И особо, наверное, это будут не дорогие подарки, а все-таки более душевные. А какой для вас самый идеальный подарок? Для меня самый идеальный подарок – это мои родные рядом со мной. На самом деле не так важны подарки. То есть... Главное собраться все вместе и отметить. Вот. Наверное, то, что подарят близкие. Или лучше дети. Нарисуют что-нибудь, споют, сыграют. Самый лучший подарок. Ну и здоровье, чтобы все были, не болели. Тем более у нас сейчас трудное время. Как бы, чтобы все были здоровы и счастливы.